Страшная авария произошла в четверг в районе города Питакалька на юго-западе Мексики. Пассажирский автобус столкнулся с ехавшим навстречу бензовозом. В результате удара цистерна с топливом взорвалась. По данным полиции, погибли как минимум 24 человека. Еще 9 получили травмы. Спасатели рассказали, что тела некоторых погибших практически полностью сгорели. Всех пострадавших доставили в больницы. Как сообщает местное издание, автобус с 36 туристами направлялся на пляж в районе Икстапа Сиуатанехо. Бензовоз ехал ему навстречу из портового города Ласаро-Карденас. Что стало причиной лобового столкновения, пока неизвестно.